Жил-был на свете зайчик Петрушка. Петрушка любил бегать по полю. Еще он любил прыгать, как ебанутый на голову. Жил Петрушка под камнем, как бомжара ебаный. И вот, в один прекрасный день, он стоял на холме, и вдруг он неожиданно почувствовал прохладу, и скорее всего, силу земли. Он решил со всей скорости пронестись с холма. Он взял и побежал, как ебанутое существо, вниз со склона, и вдруг он споткнулся и наебнулся смачно, и разбил все ебало в кровь. А потом он сказал: «Ай, блять, нихуёво, так я пизданулся. Пойду домой». И Петрушка пошел домой и уснул. Все, конец. А кто слушал, хуесос? А за.